Всем доброго времени суток. Всем привет. С вами Александр Ната. Продолжаем играть Assassin's Creed. Мы вернулись во Флоренцию и начинаем исследование в ней. В планах собрать кодекс, собрать символы, зайти в гробницу. Вот. И начинаем с этой точки обзора. Все лишние перебежки я буду вырезать, которых нет никакого смысла. Будем оставлять все самое интересное. Ну да, смысл оставлять там, где ты просто перебегаешь по крышам, и ничего не происходит абсолютно. Угу. Вот, сейчас сразу возьмем тогда кодекс. Еще. По крышам, по крышам, герой! О, вот это же была лайка лишняя. Я не могу взять ее? Нет, не дают. Наверху где-то? Вот я не пойму, где-то через дом или наверху? Не, вроде внизу. Там охранники, наверное. Обычно, ну да. Девчонок есть рядом? Девчонок? Как-то не вижу. Не, никого нет. Подожди, нет. А это что такое? Хотя да, нет никого. Справа, значок, что означает? Это... Ага, понятно. Да. Тогда делаем так. Фу. Нет. Ох, не прикольно. А тебе что надо? У меня тоже есть. Ау. Ну, как-то так. Заходим и берем. Теперь, видимо, к Леонардо нести надо будет. Но это потом тогда. Зайдем. Я вот нашел тут еще страничку кодекса. На этот раз хочу быть подготовленным. Пойдемте. Точно, веди нас. А там кто-то есть, да? Ну, обязательно. Оп. А, нормально. Ребята. Оп-оп. Видишь, ребята умные. Да, не то, что наши. Какие наши? Наши, я про твои пятки переживаю. У Марио. А, да мои пятки за них можешь не переживать. Здравствуйте, мы просто мимо проходим. Я высокие цены, но товары того стоят. Я не торгую дрянью. Так. Как там, я уж забыл. Не давай им опомниться. Ты не уйдешь! Такой толкнул и бежать. Мы еще не видели, по-моему, да, как они провоцируют? Не. Вот ну, все. Так. Можно убегать. Дальше двигать. Оп. Короче, нашли мы, получается, две страницы кодекса всего. Думаю, сразу отнести их Леонардо. Угу. Ну, заодно вообще посмотреть, как это происходит. Тук-тук. Соскучился? Леонардо! Эцио, так рад тебя видеть. Чем могу помочь? Ха-ха! Ты нашел еще одну? Невероятно! Какая у него штукенция там? На поясе висит, видел? Это сюда. А это подвинем сюда и совместим вот с этим. Готово. Ловкий. А что он там? Две страницы кодекса. Совместил. Как-то быстро в этот раз. Как-то неинтересно даже. А обычно пишут тому, что добавилось, что не добавилось. Или просто... И как чего определить? Мы сами должны теперь искать, какие страницы тут новые. Вот, блин. Так, новая у нас страница 11, первая. Атис, Дионис, Гор, Кришна, Митра, Иисус. Их жизни так похожи, даже слишком похожи. Божественное происхождение, гонения, ученики, чудеса, воскрешение. Как такое возможно?
Вдруг это одна и та же история, которую рассказывают уже много веков, просто в соответствии с духом времени. Может, она изменяется так же, как наш язык и наши инструменты? Правда это или вымысел? Или и то, и другое? А если все они один и тот же человек, чью жизнь продлила и изменила частицы Эдема? Аль-Муалим говорил, что Иисус не Бог, а смертный, живой человек, талантливый манипулятор. Но что, если он ошибался? Если все они существовали на самом деле и уже много раз приходили в этот мир, значит ли это, что они появятся снова? Может, они уже среди нас? Столько вопросов, и с каждым днем их становится все больше. И еще одна новая страница, это страница 18. Мы должны скрываться, хранить молчание, исподволь направляя ход истории. Но некоторые из моих братьев и сестер против этого. Они теряют терпение и утверждают, что мы совершаем ошибку, действуя в тайне. Они говорят, это осложняет нашу работу. Но они не понимают, чем мы рискуем. Если мы станем действовать публично, то, боюсь, нас объявят горсткой сумасшедших и истребят. Так что все должно оставаться по-прежнему, так, как это было всегда. Я точно знаю, что людей можно научить только на личном примере. Они должны сами делать выводы. Если я скажу человеку «будь добрым, терпимым», то это ни к чему не приведет. Я просто зря потрачу силы и время. Поэтому мы должны действовать так же, как и прежде. Так. Ну, на самом деле, как-то даже я думал, сейчас техники какие-то новые дадут. Там, я не знаю, может быть, полазить у него можно будет. Расшифровал и выкинул вас. Угу. Не прикольно. О, вот. Так ты ее не видел? Я думал, ты там уже был. Да? Ну да. Нет. Не, я ее видела. Доброго дня! Она прям такая. А, закрыто, смотри. Видимо, тебе просто рано сюда. Ну да. Ну и все тогда. Ну тогда мы даже это вообще игнорируем. Угу. Ты видел, что произошло? Ты заметил? Если ты пришел в Флоренцию, чтобы устраивать беспорядки, что то ко мне это при... не зайдет тебе с рук. Руки убери. Он тебя видел. А что он тебе пристал-то? Дурак. Еще один такой проступок. И тебя не встанет. Нормальный такой. Ну ладно. Короче, мы к гробнице пришли. Их может отманить нужно. Может их убрать? Да, их отманить нужно, я думаю. Манить? Да я думаю, что не нужно. Ой, друг чей-то. Че там, туалет? Это может быть ты, случайно? Вам что, жалко, что ли? Ну все, понеслась. Ого! С такой высоты. Они опять бегут. Не попал. Ничего не вижу, ничего не вижу. По-моему, я никого не убил. Не. Вот так. Ну, сами виноваты, короче. Ну, теперь отманивать никого не нужно. Ты глаза лишние разбежались. Заходим. Ух ты. Как у них тут все прилично. Оу. Масштабненько. Пер фавор, не трогай росписи на стенах. А когда твои люди будут красить крышу, постарайся, чтобы не пострадали реликвии наверху, в лантерне. Они очень ценны для нашей церкви. Да, падре. Только не забудь заплатить нам за работу.
это нам намек дали ничего не сломать? Нет, это намек дали, что на крыше ценности. Думаешь так? Да. Тебе направление подсказали, куда идти. Не, ну мы же не воры. Как бы. Воры, воры. Не, ну ты, в принципе, можешь так считать. Ну, где хорошо. Вон это? Замок развивать надо. Ну да. Где бы деньги взять? Потырим. Есть смысл внизу-то бегать? Прикольно. Частенько так, да? Ага. Да нет, я думаю... Ну ладно, все тогда. Я тоже ничего не вижу. Пойдем куда показали. Так. Дальше. Далеко. Ну, я так думаю, сюда. Ага. А, направо-то тоже можно было бы. Хотя нет, направо нельзя. Я думаю, здесь, вот, это балки. Лево. Упс. Ага. Лево острое. Наверное. Карты нет. Нам куда-то туда. В принципе, я... А, нет, не допрыгну, я думаю. Хотя, может, и допрыгну. Тебе на ту сторону надо, вон, видишь, по стенке. Я вижу, но... Опа. А-а-а! Ловко. Круто. Бене, если я упаду, у меня будет запасной вариант. Замечательно. Куда ты полез? Так. Если я упаду, не надо падать. И чего теперь? Блин. Ну, чего, теперь тебе не надо подниматься там и обходить. Теперь ты можешь прямо вот сразу на лестницу. Это я понял, я просто смотрел, как мне выше-то забраться. Не обратно же идти. Так. Здесь что-нибудь видишь полезное? Нет. Я не вижу, так что... Значит, сюда. На люстру? Да. Ну, видимо, да. Еще один запасной вариант дайте. Какой-нибудь. На ту сторону теперь, да? Похоже, что так. Сюда же мы никуда не прыгнем. Нет. А, вон, еще один запасной вариант. Вижу. Да-да-да, точно. Я думаю, на ту стену. Угу. Так. Если я упаду. Действительно. Так. Что там? Так. Направо, направо. Да, туда, туда. А! Держись! Ух. Если я упаду. Чуть не подскользнулся. Так, аккуратно. Может, чуть правее проползти. Сейчас какой-нибудь это... Трюк покажет. Ага. Точно. Бам-бам. Замечательно. Понастроили. То есть нам надо сюда попасть.
Ну ладно. Я что-то пока... А, ну, хотя... Хотя нет. На ту сторону? Пока не пойму. А зачем на ту сторону? Оттуда... А! Нет, подожди. Вон туда, по идее, надо забраться там, ну, наверх. Вот с этой стороны, но... вот с этой стороны, вот. Налево повернись, вот сюда, на балкон, потом вот на перекладину, на люстру. А с люстры куда? А там еще перекладина вот. А, ну да, есть что-то. А допрыгнем ли? Допрыгнем. Если что, у тебя есть запасной вариант. Да? Ну да. Качается еще. Ага. Как она смеет качаться подо мной. Главное, чтобы ничего не обвалилось. Так. Тут бы тоже какой-нибудь запасной вариант не помешал. На всякий. Ну, я надеюсь, что мы все-таки не будем падать. Угу. Вон окуролесили. Угу. А где-то еще секретики должны быть. Ну, может быть, их, конечно, здесь и не будет, но... Зачем? Просто так? Ну, вдруг у тебя рефлекс отработает и головой в пол. Так, контрольная точка достигнута. Видимо, если мы отсюда упадем, мы разобьемся все-таки. А дальше, а дальше. Сказал он. Прыгнул вниз. И чего? Все заново? А, да. Чалька. Так. А, держись. Наверх. Пам-пам-пам-пам. Сюда. Ага. Я тоже вот вижу. Вы гады. А как бы... Сейчас, погоди, посмотрим. А... Ладно, здесь ты провиснешь, а дальше... А, тебе надо вниз, вон туда. На площадку вон на ту. И потом оттуда и сбоку наверх, как-то. И наверх подниматься. Вот, видишь? Да-да-да. Слева внизу, ага. Сюда. Опс. Так, по какой стенке так можно подняться? А, вот справа. Угу. Да-да-да. И люстру сюда повесили специально, чтобы сбить с толку. Нет, не специально. Ну вы гады. Хотя... Хотя... Нет, все-таки на люстру надо прыгать. Чё-то я не уверен, что допрыгну. А ты не допрыгнешь? Я не допрыгну. Может быть, по левой стороне? А как по левой? Там же нельзя. Там негде. Давай. А, черт, камеру зафиксировали. Не, слушай, значит, тебе на люстру надо. У меня других вариантов вообще нет. Да ты просто не допрыгнешь, ты разобьешься. Почему ты так думаешь-то? Смотри-ка. Ну, мне казалось, там очень далеко. Ну, вообще, как бы далеко, да.
Я тоже думал, что так. Но вариантов-то других не было. А чё так мало-то? Как вам не стыдно так мало денег нам давать? Теперь, видимо. Видимо. Ну, на обратное, что ли, получается? Что-то я не уверен. Не пойму пока. Ну, видимо, ну как туда? Смотри-ка. Опа! Вообще визуально мне показалось, что я не допрыгнул. Ура! Ура! Осторожненько. Особо не спешим. Тут запасного варианта нет. Да, да и под-то высоко. Что-то у вас тут? Строительство. Угу. Аккуратно. Вот так. Ага. Точно. Так, как-то... Нормально. На балку. А вот теперь, думаешь... Да ну нафиг. Веревки вряд ли. Слушай, но... Хотя... Они просто меняют обзор. Из-за этого кажется, что дальше... О, здравствуйте. Да, здравствуйте. Как у вас тут богатенько. А я не совсем понимаю, и что, и никто не знает, что здесь есть саркофаг от братства ассасина? Не совсем как-то стыкуется у меня. Ты думаешь, каждый может сюда залезть? Не, ну строители же там что-то строят, вот. Балки, лестница вот здесь какая-то. Достроют, а тут уже ничего нет, все. Ха. Хорошо. Угу. Через окно предлагаете, да? Ну да. Ну вот. Три гробницы уже собрали. А получается еще где-то три. Три. Да. Ого. Хорошо, мы вылезли. Это да, я здесь уже был, ящички пособирал. Где сено? Нет там сена, насколько я помню. А, по крайней мере, я его уже не нашел. То есть, ну как бы, не знаю, рискованно это. Мягко говоря. Так что слезем по-нормальному, как люди. Сказал он. Черт! Ну и откуда нас поставят? Вниз спустили. Ну ладно, спасибо и на этом. У нас броня поломанная. Во, починится как раз. А где он? А, с другой стороны. Так, как бы к тебе быстрее пройти. Пойдем, говорит, спустимся, как люди. Гляньте на него. Он свернёт себе шею. Подскользнулся.
Локатик. Ты где? Вон он. По пути. Так, стоп. Вот здесь. Угу. Что-нибудь новое появилось? Не. Ну, в принципе, с чего бы ему появиться? Расскажите обо мне своим друзьям. Не расскажу. У нас собственная лавка есть. Вот, пусть там покупают все. Ладно, теперь нам тогда надо в Монтериджоне, к нам на виллу. И... Денежки забрать. Денежки забрать и зайти в гробницу, ключи вставить. Mm-hmm. Вот, плюс там сундуки какие-то есть. Может быть, их как раз забрать. Погорцевали. Ага. Забрал денежки из сундука. Бонжорно. Предлагаю. Привет, Эцио. Давай поглядим на список. Да-да-да. Улучшить нашу виллу. Так. 9 тысяч 12 8. Но у нас на все не хватит. Кузнеца, наверное, тогда. И... Банк. Банк. Не знаю. 9 8. Пусть банк. Ну все, осталось только картина. Вон Яджел! А дальше собирать, только коллекционировать. Ага. Ой. Плюс, ого, плюс 18. Круто. Ну-ка, и что же у нас теперь получается? Привет, Клаудия. Посмотришь мои записи? Почти 9 тысяч. Понятно. А престо, Эцио. Работай давай, работай. Да-да. Со страницами кодекса надо что-то сделать. О, ух ты! Добавились новые. Ой. Как там обращать-то? А, вот эта кнопка. Ну, я так сейчас немножко расставлю. Из того, что уже стопроцентно. Понятно как. Ну или примерно. Ну, примерно. Нет, но в данном случае вот эти стопроцентно угловые. Дальше. Вот это непонятно пока. А вот. Вроде вот это поверти. Нет, это не стоит, который вот этот. Вот, вот так. Вот так. Да, наверное. Нет, стоп. Нет? По-моему, нет. Подожди. Вот кружок. Хотя да, кружок, да, да. Кружок. Центральные две центральные соединения. Вот так получается. И центральную самую поверни влево на один раз. Вот так. Вот так. Так. Теперь ниже которая. Да. Ага. Ну и все. А здесь дальше непонятно, да. А, вот можно в разные стороны вертеть. Окей. 19 из 30. Прикольно. Теперь пойдем сюда. А что, куда? Картины? В гробницу, да. Нет, не картины. Но с картинами ключи. Тоже. Кое-что показать. Так. Ты помнишь, какие? Вот это, кажется. Да. Тетечка была, помню. Ну их тут тетечек-то немало. Вон-то. Обе. Вот этих вроде не было. Тетечка вторая. Вот это вот. Вот правее, вот правее. Это не было? Я не помню. Это-то точно была последняя, кажется.
Ну, по порядку просто пройдите, все. А, нет, оно просто неактивно, короче. Угу. Вот оно. Ну, все. Пока все, да. Мне вот интересно, видишь, сундуки светятся наверху. А как их взять? Я думал, что они где-то здесь находятся. Но похоже, что... Снаружи? Снаружи я их тоже не нашел. Не, я здесь не могу лазить. Ладно. Пошли наверх. Осмотрим свои владения. Надо еще за эти перья отдать. Я там не знаю. Ну, кажется, что-то собиралось. Так, что у нас? Это у нас главное здесь. Броня кожаная должна быть. Вон она. Хорошо. И на второй этаж. Это оружие. Тоже все хорошо. Так, сюда нам не надо. Вот сюда нам надо. Плюс 50. Так. О, картины повесили. Я поскупал картины, которые были на данный момент доступны. Ну так, по пути, когда мимо проходил. Купал их. Что вот? Частично пока. Во-первых, статуи. Вот эти все я собирал еще давно уже. Собрал, но теперь просто показать хочу. Вот. Там просто денежка была. Да, в них просто денежка. Так. Вот ящички, видишь? А где они? Что-то непонятно. И они не наверху. Может быть, где-то снизу надо пройти. А, снаружи ты имеешь в виду? Да. Правее где-то. Вроде. Нет. Короче, не знаю. Я думал, что мы возьмем гробницы их, да, но не взяли. Думал, что отсюда как-то, но нет. Еще? А, и Эцио, ты так хорошо встал. Так. Заключительно. Все. Так, да, в общем-то, все, пока, видимо. Ну что ж, я думаю, закончим тогда на этом серию. Надеемся, было интересно. Я думаю, что потом пойдем по сюжету. Оставайтесь с нами, ставьте лайки, и всем пока. Всем пока.